Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, это Into the Dead 2, я продолжаю проходить сюжет. Сейчас у меня конец пятой главы, пройдем последнюю вот эту миссию, посмотрим, что у нас здесь. И называется эта миссия «Путь к надежде». Не все потеряно, городок Надежды хорошо известен в округе и может стать надежным убежищем для выживших. Но за спасение придется дорого заплатить. Короче, нам нужно выжить, убить много зомбаков, уничтожить не менее 5 взрывающихся бочек, а также кусторез использовать и просто пистолеты. Кстати, я давно пистолетом не стрелял, но думаю, это будет опасненько. Что ж, давайте поменяем нашего любимчика. Так, есть у нас боец, чаще атакует зомби, ищет золото в режиме игры с сюжетом. Есть вот... Добряк у нас, остроглазый, находит дополнительные ящики с боеприпасами. Вот давайте его выберем, чё бы нет-то. Настройки графики. Можно, кстати, поменять настройки графики, тем самым мы увеличим жизнь нашей батареи. Ой, ё-моё! По привычке начал сразу... стрелять. Перед этим играл просто в Need for Speed No Limits, а там же, знаете... О-а-а! Блин. Вот это я зря сделал. И это я зря сделал. Опа. Смотрите-ка, он ящик нашел еще один. На тебе, тварь. 8 патрончиков. Ну, я, пожалуй, вот этот использую. Ну, отлично. Ловите-ка гранату, засранцы. Так, что здесь у нас? Блин, 4 патрона. Зомбаков, я смотрю, вообще с каждой головой все прибавляется и прибавляется. Плюс у нас появляются более крутые зомби, которых с одного выстрела того же дробовика не завалишь. Ох, какой ты молодец, вы видите? Он небольшие, конечно же, находит ящики, но все равно 1-2 патроны могут многое решить. Особенно вот в таких каточках, блин. Так, ловите гранаточку. Так, я вижу ящик. Но вижу и крутых зомбаков тут. Немало. Опа, опа, па, опа. 2 патроны нужно, чтобы завалить мне этих жиробасов-шерифов. Отлично. Давай, давай, родная. Не-не-не, не хочу я с вами в обнимашки играть. Так, отлично. Что-то я здесь... не увидел ни одной бочки. Либо пропустил. Так, отлично. Блин, еще километр мне бежать. А патронов-то не так много. Так, отлично. Замечательно. Вот, тридцаточка. Нормально, экономим все равно. Пока все не... Воу, как вас тут много. Так, переключаемся на правый фланг. Гранаточка. Отлично. Ох, мясорубочка пошла. Так, у меня тут, я смотрю, заканчиваются патрончики. 2 патрона дробовика осталось. Я вижу бочку. На. Раз бочка. 2. Выстрел. Без бочки. Так, я вижу, вижу. Это, конечно, хорошо. А вот дальше у нас... стена, я надеюсь... Ах, блин, прям через этот... Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо... Вау, нет! Сожрали. Это жестко, давайте еще разочек. Да, порой упрешься в стену, и кто-нибудь из зомби тебя просто сзади захавает. Все, экономим, короче, патроны. Добряк, конечно, молодец, он находит нам еще дополнительные ящики. Но патрончики экономить еще никто не отменял. Он такой мелкий. Он не нападает вроде бы на зомби. Или мне показалось. Хорошо, что у меня еще ножи остались. Вы слышали, да? Это вроде бы был самолет какой-то. Или аэроплан. Нет, зомбаков он тоже, короче, гасит. Воу-воу, тихо-тихо-тихо. Да, последние задания обычно в конце каждой главы довольно-таки непростые.
Воу-в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 оу-
Ой, я вижу бочку. Нам нужно этих бочек 5 уничтожить, чтобы по максимуму потом получить. Так, во, у меня есть здесь патрончики. Все, переходим, короче, на шквал. Замечательно, пока все неплохо у нас. Но еще бежать и бежать, блин. Так, спасибо. И там помимо боеприпасов еще и зомбаков нашел. Но сейчас у меня с патронами дела намного лучше обстоят. Да я вижу вас тут дофига, тварюк. Тихо, тихо, не надо тут бегать. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, патронки, патронки. А, те твари. Сдохните. Так, вот дальше главное мне попасть в ворота. О. Все, главное, я теперь попал в ворота. Это радует. Не, чуваки, давайте бросайте уже тут бегать. Так, я вижу снова бочечку, еще одну бочечку. Замечательно, пока что у нас все проходит. Отлично, мы уже на пути к завершению данной каточки. Аккуратно, аккуратно, все вроде выжили. Ух, тяжко, тяжко было. Итак, я поговорил с Гарсией, тут неподалеку есть город Надежды, мы пойдем туда. Куда? В Надежду? Там же этот чокнутый проповедник, который все время выступает. По крайней мере, там люди, ну да, ладно. Но будь начеку. Все, короче. На этом 5 глава у нас заканчивается. На 3 звезды мы прошли, неплохо. Давайте возьмем какой-нибудь трофей. О, серебро, нужная штука, чтобы прокачивать... Дальше мне мои стволы. Итак, открыта 6 глава. О, мечта шерифа. Not bad. Новый чертеж. Давайте откроем. Вот он, мечта шерифа. И у меня, кстати, этой мечты достаточно много. Готово. Пакет ковбой. Не, спасибо. Прям смотрите, шрифт использует такой же, как и я использую для некоторых превью к своим видео. Так, против порчи называется у нас 6 глава. Давайте заберем вот эти сундуки, посмотрим, что у нас тут попадается. Мне, конечно же, нужно серебро, чтобы прокачать дальше шквал и приговор. Нормально, нормально. И давайте вот этот самый простой ящик тоже я открою. Рекламки я все обрезаю, потому что у нас и так много сейчас рекламы везде. Что на Ютубе у меня только в роликах минимум 2-3 рекламы всплывает. Ну, так надо, иначе совсем канал нисколько не будет приносить. 6000 нужно, чтобы прокачать шквал, вы что, офигели что ли? А сколько нужно, чтобы приговор прокачать? 6000! Обалдеть. Так, выживание, у нас сейчас повтор обморожения идет. Кто не проходил, вы можете пройти, заполучить вот эту классную пушечку. Также есть у меня видео по этой теме, вы можете тоже его посмотреть. Так, лук мне не нужен, бонус к автоматам. Давайте продолжаем, 6 глава, погнали. Возьму все тот же, наверное, шквал и приговорчик. Но добряка мы давайте поменяем на Кертиса. Кертис Джексон, я его в честь 50 центов назвал, короче. Итак, а можно сразу залезть, да? А? Еее, бейба, я бы мог мимо, наверное, пройти. Но нет, сейчас мы... Ох, будем косить этих тварей. А где звук-то у нас? Ох, красиво, красиво, ох. Мы косим, косим, косим. Замечательно просто, обалденно. Звук тут что-то какой-то непонятный, честно говоря. Ох, как хорошо-то все косится.
Просто замечательно. Самого звука стрельбы почему-то нету. А долго мне ехать? Или прям до конца? А, нет, скорее всего, вот до этой техники я сейчас доеду, и все. И дальше пешкодрапом. А может быть, проеду я здесь? Вау, 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 смотрите-ка, я проехал. Круто. Косим дальше зомби. Косим зомби. А, можно трек записать такой. Вот взрывы есть. Но почему-то нету самих выстрелов. Как будто я в глушители, блин, стреляю. Вот сейчас вот здесь, скорее всего, я закончу свою поездочку. Да, все верно. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Как вас тут много. Во, жиробасы начали появляться, короче. Вау. Странно, как он меня не зацепил. На эти твари. Замечательно. Так, я вижу патронки. Отлично. Пока у нас все хорошо. Мы почти дошли до конца. Вон до церкви, до какой-то. Вот эти, короче, валить сложнее. Опа, опа, опа. Кстати, да, начало вот моргать оружие, когда, допустим, закончились патроны. Как бы напоминает, что патрончиков-то, чувак, нету. Давай что-нибудь делать. Блин, с дробовика их тоже не завалишь. О, начали еще и в обмундировании появляться, чувачки. Нате, блин. Не валятся, не валятся они. Ну идите, идите сюда, я с вами пообнимаюсь. Вот, с вами не буду, отлично. Прошли, выжили. Итак, что нам там скажут? Мы идем уже целый час, просто я... Устала. Я так устала, да, я угадал. Я не могу, просто не могу. У меня уже нет сил, Джеймс. Выше нос, все будет хорошо. Я так 100 раз делал. Нет, не будет, не будет, я люблю тебя, но ты сам понимаешь, что все не так. Не надо меня утешать. Эллен, проклятие. Щит у них переводится не фекалии, а проклятие. Ну, на самом деле, просто такая локализация, чтобы они не писали слово дерьмо. Так, снова 3 звезды, давайте возьмем что-нибудь отсюда. Нужно копить мне, короче, 6000 серебра, чтобы прокачать дальше приговор либо шквал. Отправляемся в следующую миссию. Итак, командный центр армии в Агастине. Тоже нужно выжить. Одним выстрелом 3 зомби завалить. 5 зомби в бронежилете завалить. Перепрыгнуть не менее 3 баррикад. Окей, берем все так же. И давайте, наверное, овчарочку возьмем нашего Бласковица. Потому что он будет нас еще дополнительно спасать. Итак, снова бежим. Снова сумерки. Только зомби и Дэвида здесь нету. Так, пока все неплохо, там вон один вообще разлежался. Примерно по 2 километра приходится пробегать в каждой миссии. В последней главе, наверное, вообще будет там 5 километров надо будет пробежать. Ох, какие звуки были. Так, отлично. Главное вот такие вот проходы в заборе не пропускать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, здесь горит все. Отлично. Че, дождик пошел, что ли? Блин. Погода ухудшается. Так, я вижу наш великолепный
Да ёшкин кот, сколько же в тебя стрелять-то надо было? Бляха-муха, не. Их просто так, смотрю, не завалишь. В бронежилете ты, чувачков. Так. Аккуратно, аккуратно. О, черт! О, спасибо, спасибо, спасибо. Так, аккуратненько берем. Отлично. Еще 400 метров нам осталось пробежать. Я надеюсь, что меня сейчас здесь никто не завалит. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Как хорошо, что нас собачка-то спасла. О! Отлично, отлично. Держимся, держимся. На. Так, я вижу. На. На. Замечательно. И все, у меня больше кроме гранат ничего не осталось. Ловите, короче, гранату. Зомбачилы, блин. Все, мы пробежали. Так, что у нас там дальше по сюжету? Мы наконец-то добрались. Тут так много людей, они собрались повсюду. Это похоже на какой-то праздник, но с крестами. И еще этот голос, он повсюду. Как дела у Мэгги? Она много спит, я стараюсь давать ей побольше отдыхать. Это хорошо, поцелуй ее за меня. Только не буди. Джеймс, я думаю, мы здесь в безопасности. Люди здесь очень милые. Отлично. Ну, я рад, что они в безопасности. Но это еще не конец. Дальше нас ждет только самое интересное. Многие уже, наверное, прошли игру, но я вот так постепенно ее прохожу, прокачивая оружие, чтобы вам было интересно. А у нас, помимо шестой главы, есть, по-моему, седьмая глава. И да, седьмая глава это последняя. Ну, думаю, следующее видео по данной игре будет как раз посвящено прохождению шестой главы, то есть мы пройдем последнее задание, и еще одно видео будет на прохождении седьмой главы. А после, я надеюсь, что разработчики будут выпускать какие-то дополнения и будут какие-то дополнительные сюжетные линии. Ну а на этом все, с вами был по-прежнему Фликер, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!